Центр Омска перевоплотился в молодежный Арбат. Повод тому был самый подходящий. Россияне отмечали День молодежи. Омское министерство спорта приготовило обширную программу для активных и неравнодушных, а встречали всех на улице Чеканова-Лиханова музыкой. 13 интерактивных площадок, посвященных истории и спорту, ремеслам и инсталляциям, нашли своего гостя. Насладиться праздником смогли и те, кто, по сути, помогал в его создании. Вообще замечательно, побольше хочется таких праздников, потому что в Омске действительно не хватает вот именно вот такой общности, чтобы вот все вместе собраться, погулять, провести выходные. Центром притяжения стали спортивные площадки. Уроки танцев от самых лучших преподавателей города можно было получить прямо под открытым небом. Амичи разучивали шаги в хасли и сиюминутно подключались к процессу. Ритм ловили поодиночке и парами. А те, кому хватало танцевальных знаний, сразились в хип-хоп-баттле, в то время как десятки зрителей болели за своих фаворитов. Уникальная возможность проявить себя. И это место позволяет увидеть огромное количество талантливых людей в городе. Люди должны знать тех людей, которые продвигают творчество, которые хотят о себе заявить. Я считаю, что это лучшая возможность это сделать. Молодежный Арбат получился очень разнообразным и увлекательным. Как и было задумано, занятие по душе здесь нашел каждый. Живописное место и многолюдная улица создавали по-настоящему праздничную атмосферу, что оставаться в стороне было просто невозможно. Нам очень нравится, здесь очень классная музыка, мы танцуем, мы отдыхаем, мы молодежь. Многочасовой праздник на Арбате посетили тысячи амичей. И получив заряд бодрости и отличного настроения, молодежь отправилась на открытый летний кубок КВН, который завершил торжество.